Ой, дезинфекция! Фу, наконец-то приехали, Леночка, домой. 12 часов за рулем, я уже устал, спина болит. Ну да, честно говоря, отдыхать, конечно, круто, но я уже даже по дому соскучилась. О, я представляю, какая завтра на работу приду с такими впечатлениями, класс! Леночка, ты что, сумасшедшая? Только что проснулась? Смотри. Какая работа? Карантин! 2 недели дома отсидеть надо, иначе штраф заплатишь. Блин, реально забыла, блин, меня же на работе уволят. Давай раздевайся, будем дома с тобой сидеть. Точно. Ой, блин, я походу больше устал, чем Леночка, столько за рулем пробыть. Леночка, может ты что-нибудь приготовишь нам там перекусить, а? Да, Толик, конечно, я тоже проголодалась. Так, ну, естественно, все пусто. Так, и тут пусто. И что теперь приготовить нам? Так, где там тут Толик? Толик! Что там, Леночка? Толик, знаешь, мне так кажется, что нам не получится с тобой покушать. У нас вообще никаких продуктов в холодильнике нету. Как так, что вообще ничего? Вообще пустые полки. Слышь, Леночка, так еще час вон до закрытия магазина остался. Может, сгоняем? Ты че, какой магазин? Сейчас же карантин у всех. Выходить нельзя. Все нормально, у меня есть средства защиты, короче. Сейчас побрызгаемся, маски оденем, перчатки и быстро сгоняем. А карантин завтра у нас начинается, никто не узнает. Точно? Да, пошли вон, я тебе покажу, где мои средства. Вот и моя маска. Надо полностью закрыться. Все, Леночка, я готов. Ничего себе у тебя, прикид. Обмундирование настоящее, никакой вирус не проберется. Вот это тебе. Ну, давай. Так, а я думаю, мне еще очечи пригодятся. Ни один микроб не проберется. О, Леночка, у тебя тоже крутой прикид получился. Мне тоже нравится. Ребята, кому нравится, обязательно ставьте лайки. Леночка, погнали быстрее. Погнали. Фу. Ну все, Леночка, вроде все купили. Ну да, туалет, бумага на месте, гречка на месте, все самые необходимые продукты на месте. Чипсы, кола тоже есть. Все, держись. Я дезинфицироваться. Я тоже. Быстрее, быстрее. Ой, дезинфекция! Фух. Быстрее, быстрее! Максимальная! Овощи добавили! Ты где? Я здесь, Леночка! Но это, по-моему, уже слишком! Безопасность превыше всего, зато никакой заразы на мне теперь нету! Фух, ну вроде не заразились! Давай, вылазь уже, хорэ лежать там! Блин, мы закукуем тут с тобой 2 недели, я даже не представляю, чем заняться! С тобой ругаться, что ли, все эти 14 дней? Да ладно тебе, Леночка, чем мы будем ругаться? Сейчас 2 недели пролетят незаметно. Ты что, кого-то ждешь? Блин, даже не знаю, кто там может быть. Не все даже знают, что мы приехать успели. Сейчас пойду двери открою, посмотрю. Леночка, только осторожно в глазок посмотри. Блин, Толик, тут какой-то мужик в белом халате. Да открывай уже там, Леночка, не бойся. Ну ладно. Добрый день. Подождите, что вы творите такое? Профилактика. У нас карантин на районе, вы где-то отсутствовали. Толик, иди сюда. Что там случилось? Тут карантин на районе. А в чем, собственно, дело? Что от нас требуется? Обрабатываем жилые помещения и проверяем население. Вы где-то отсутствовали? Ну да, доктор, приехали только с отпуска. Да мы знаем про карантин. Или что от нас-то еще требуется? На карантине сидеть мало. Надо пройти экспресс-тест. Вот у меня есть. Вы где были? Не в Европе случайно? Да нет, мы в Доминикане отдыхали. Там, в принципе, все нормально было. Все равно были за пределами страны. Так, я смотрю, меры предосторожности вы знаете. Ну, экспресс-тест все равно надо обязательно пройти. Те, кто приехали, все проходят. Держите. Странно. И что мне с ним делать теперь? Девушка, это экспресс-тест на вирус. Эту палочку вам нужно облизать.
Если же покажет одну полоску, то результат отрицательный. Если же, не дай бог, покажет две полоски, то результат положительный на вирус. Блин, стрёмненько как-то. Да, Леночка, чё ты паришься? Ничего тут страшного нету. Давай облизывай быстрее. Ну ладно, держите. Сейчас посмотрим. Так. У вас две полоски. Леночка, всё, не подходи ко мне. Доктор, это не может быть какая-то ошибка. Девушка, ну вообще-то тесты китайские. Ну давайте для убедительности еще один пройдите. Ну давайте. Толик, мне уже страшно. Ладно. Держите. Так, ну что у нас здесь? Фу. Пронесло вроде. Подождите. Нате еще для контрольного еще один раз вам. Я просто надеюсь, что сейчас все будет хорошо. Пожалуйста. Так. Фу. Ну все, одна полоска. Теперь вы точно здоровы. Фух, ну слава богу. А то я уже запереживала и заволновалась. Я тоже за тебя уже начал переживать, Леночка. Конечно, отстранился. Давай, сейчас твоя очередь. Ну хорошо, давайте мне. Теперь вы, молодой человек. Держите. Давайте сюда. Как, вот так вот облизать? Держите. А ну-ка. О, тут явно видно, выражена одна полоска. Все в порядке с вами. О, Леночка, и меня пронесло. Слава богу, мы здоровы. Точно, что слава богу. Все, доктор, спасибо вам большое. Ну все, ребятки, будьте здоровы. Смотрите мне, карантин не нарушайте. Буду периодически приходить и проверять вас двоих. Все, а мне пора. Ой, давайте я вас проведу. Пожалуйста. Спасибо. Ой, девушка, девушка, подождите. Забыл. Средство. Средство гигиены, СИПТДС. Обрабатывайте руки и поверхности. Спасибо большое. Все, до свидания. До свидания. Вот Олег, нам еще и подарок сделали. Доктор какой-то нормальный. Ну да, я слышала, что в аптеках сейчас ничего не купить. Ладно, пошли обрабатывать. Леночка, и чем будем заниматься на карантине? Ну, не знаю. Я, честно говоря, немножко уставшая. Ладно, я пойду что-нибудь погрызу. Мы же там накупили чипсы. Ну, иди, ешь свои чипсы. А я лучше отдохну. А то у меня эта акклиматизация какая-то еще не прошла. Леночка, я уже съел все чипсы. Ты что, уснула, Леночка? Блин, а я хотел что-нибудь поделать с тобой, поиграть во что-нибудь. На, и чем заняться? Леночка устала, понимаете ли. Хо-хо-хо-хо! Ребята, у меня идея. Леночка ж накупила кучу туалетной бумаги. Не знаю, нафига она ей нужна. Сейчас поприкаемся над Леночкой, раз уснула. Ну что, не проснулась еще? Давай, отлично. Продолжаем нашу идею. Ой, куда, 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 стой. Повязка тебе, Леночка. Ребята, Леночка на Рэмбо начинает похоже быть. Думаю, одной хватит. Ложись, полежи, Леночка. Я пошел от тебя. Это... Не поняла. А что за запах? Это... что такое еще? Толик, ты где? Ой, Леночка, ты что, уже проснулась? Ты что, вообще обалдел? Да ладно тебе, классно смотрится. Ты ж бумаги дофига накупила. Только я ж не знаю, зачем она тебе. Ну, Толик, ну раз ты не знаешь, как ее используют и для чего, зачем ты ее используешь не по назначению? Давай рассказывай, как, для какого назначения ее надо использовать. Ребят, знаете, на самом деле весь мир скупал туалетную бумагу во время вот этой вот пандемии для того, чтобы взять, оторвать маленький кусочек и взяться за какой-нибудь поручень, ручку. То есть, естественно, бумагу носили с собой и просто вот это, не дай бог, если попадет на нее вирус, просто сразу выбрасывали. Неважно, попал, не попал, это был реально
И на самом деле сейчас это реально самое дешевое средство защиты. Вот, оторвал маленький кусочек, открыл какую-нибудь либо дверь, либо поручень, либо где-то там взялся за ручку в лифте, кнопочку нажал и просто выбросил. Блин, ну нифига себе, Леночка, я даже подумать не мог. А вы, ребята, знали такое? А ты взял меня, замотал этой бумагой. Ребят, на самом деле, это все очень страшно и неприятно. А мы с Толиком очень сильно хотим, чтобы все были здоровы. И знаете, несколько вам советов. Ребят, обязательно мойте руки тщательно с мылом, а еще обрабатывайте обязательно антисептиками всякими разными. А еще, ребята, носите маски, те, которые я приобрел нам с Леночкой. Но не забывайте, каждая маска меняется раз в 2 часа. А по возможности, еще выходя где-то на улицу, да, обязательно одевайте перчатки. Ну, они тоже сыграют свою роль и немножко помогут. Если есть еще какие-то средства защиты, пишите нам об этом в комментариях, те, которые вы используете. Да, ребята, и, кстати, нам 2 недели сидеть на карантине. Пишите, кстати, в комментариях, как вы проводите время на карантине и сидите ли вы на карантине. Напишите ваши советы, чем нам заняться с Леночкой. Может, мне что-нибудь придумать там, маякните. Ладно, а вы были на канале Crazy Life, подписывайтесь. Обязательно ставьте лайки. Косики. Не забывайте про колокольчик. Ну и все, всем пока.